Привет, зритель! Что сегодня сулят звезды? Ставим лайки и поехали! Овен, хороший день для обмена подарками и других приятных сюрпризов. Постарайтесь не слишком демонстрировать свою активную деятельность на всех фронтах. Телец, пришло время сделать выбор, который может изменить все ваши планы. Стоит завершить дела, которые уже давно ждут конечного результата. Близнецы, вас ждут интересные знакомства, возможные изменения в личной жизни. Свободное время лучше посвятить семье, детям или любимому человеку. Потратив часть денег на развлечения и подарки, близнецы поймут, что жизнь налаживается. Рак, сегодня полезно побольше двигаться, вечер проведите приятно и активно. Многие практические вопросы удастся решить с помощью вашей очаровательной улыбки. Лев, не унывайте, если пока вас не хвалят, за несколько дней все изменится. Сегодня почувствуйте прилив новых сил, проведите время с пользой. День удобный для встреч, свиданий и заключения договоров. Дева, нужно проявить все организаторские способности и талант оратора. Возможно, неожиданная помощь от близких, даже если вы об этом не просили. Весы. В ситуациях, которые особенно волнуют, лучше прислушаться к интуиции, не обольщайтесь легким успехом в финансовых делах и в любви. Скорпион. Не конфликтуйте, вам необходимо быть более внимательными к чувствам других, могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ваших далеко идущих планов. Стрелец. Вас ждет поток информации и интересных предложений. Вы почувствуете эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумие. Козерог. Утро будет энергичным, а это поможет продуктивно провести весь день. Выходные – хороший период для перемен в личной жизни. Лучше доработайте то, что тяготит с прошлого месяца. Это может быть как рутинная работа, так и новые проекты. Водолей. Благоприятно начинать новые оздоровительные процедуры, заняться спортом. Отбросьте прочь сомнения и начинайте отстаивать свои права. Рыбы. Вас будут соблазнять яркими перспективами, но делайте выбор трезво. Вам нужно верить в собственные силы и искренность близких людей. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.